Всем привет! Город Когалым, Западная Сибирь. Я нахожусь у музыкальной школы, которую скоро должны достроить и сдать в эксплуатацию. Судя по открытым источникам, где пишут, сообщают, второй квартал 2024 года. То есть примерно где-то через полгода, месяцев через 8. Так вот она выглядит вечером. Очень симпатично. Вот, построена в виде фортепиано, баяна. Вот здесь перед музыкальной школой уже установлен памятник Александра Пахмутовой и Николаю Добронравову. Так, вот еще немножечко я прошел в сторону. Так вот симпатично очень выглядит. Напоминающие клавиши фортепиано, баяна. А вот напротив, на другой стороне, по улице Степана Полка, тоже вот такое вот симпатичное жилое здание. Такой вот наверху симпатичной диодной подсветкой. Это вот улица Степана Полка. Так, вот здесь вот перед музыкальной школой строительная техника. Сейчас она, естественно, уже не работает, потому что время уже позднее, уже где-то 9 вечера. Так, а это вот та же улица Степана Павловка, только с другой стороны. В сторону улицы Дружбы Народов. По улице Степана Павловка я еще немножечко прошелся в сторону улицы Дружбы Народов. И вот здесь такой вот раскинулся парк небольшой. Вот еще немножечко вида на парк. Здесь такой вот цветник и такие вот полукруглые беседки. Вот я практически дошел до дома. Буквально 200 метров и все. Так вот он вечером выглядит. Ну вот еще немножечко вида на парк, откуда я, собственно говоря, шел.